Бисмиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. 19 из полезных средств для достижения счастливой жизни – это занять себя полезным делом. Пусть занятия полезными делами всегда будут твоей заботой и трудись для их воплощения. При этом не обращай внимания на вредоносные и неприятные вещи, чтобы избежать причин, влекущих беспокойство и грусть. Пользуйся отдыхом, концентрируй себя на важных делах.